И заранее весны сезон клещей может начаться тоже рано. Для сравнения, в прошлом году первый укус опасного насекомого был зафиксирован 16 апреля. В качестве эффективной профилактики клещевого энцефалита обычно используют вакцинацию и акарицидную обработку мест массового скопления людей. К слову, в прошлом году объем этих профилактических мер был гораздо меньше запланированного. Если смотреть за 2016 год, у нас обработано 316 тысяч квадратных метров площади, но это по сравнению с 2015 годом снижение в 2,3 раза. Вакцинация, конечно, крайне недостаточна. Вакцинировано в 2016 году 584 человека из запланированных 2790. В этом году администрация Котласа намерена усилить меры борьбы с клещами за счет увеличения объемов акарицидной обработки. Необходимые для этого средства в городском бюджете уже предусмотрены. Ежегодно мы обрабатывали территорию 2 раза в год. В этом году мы будем обрабатывать 3 раза. Плюс увеличили площади. Это Двинопарк, Театральный сквер и на проспекте Мира это памятник авиаторам. И у нас ежегодно обрабатывается территория кладбища. Пока самым надежным методом профилактики энцефалита остается вакцинация. Прививочная кампания в Котласе пока еще не начиналась. Поступление вакцины ожидают в ближайшее время. Кстати, в прошлом году ее не хватило. Из 528 укушенных, в числе которых 70 детей, привиты были лишь 80. Городская больница намерена решить эту проблему, закупив дополнительное количество вакцины. Наша больница тоже закупает клещевую вакцину. Так что сейчас, то есть еще платный вариант? Да, пытаемся сам внедрить платный вариант. Но, а цена вопроса велика? Ну, сейчас еще пока обсчитывается эта ситуация. В прошлом году она была? Платный Нет, вариант. В прошлом году мы начинали такое мероприятие проведение. Начинаем только в этом году пробовать. Платная вакцина будет предложена в первую очередь организациям, сотрудники которых больше всего подвержены риску присасывания клещей.